стороны, или поняли, что ребенком некому заняться в семье, потому что вы с Дадакой постоянно работаете. Да-да. Угу. И поэтому мы приняли окончательное решение, что будем сами воспитывать Рамирчика, да, Рамир? Угу. Сыночек, ты согласен? Нет, вот он не согласен. Но ты можешь все равно на нас положиться, потому что мы уже взрослые. Угу. Хорошо. Сейчас я прочитаю текст, чему мы с Ранелли его научили. Первое. Говорить. Второе. Собирать игрушки. Третье. Надевать носки и штаны. А четвертое. Отстаивать свои права. Угу. Не сомневалась. Понятно. Как вы, мадам, собираетесь воспитывать моего сына? Моего маленького сына. И переживаю за тебя. Мама, ты не переживай. Мы будем хорошие примеры показывать. А? Но если что, мам, не переживай. У нас есть ремешочек. Вот не сейчас надо вам... сейчас это вам показывать. Я сейчас вам ремешочек устрою. Сейчас такой ремешочек вам будет. I let all that get to my head.